Добрый день, дорогие друзья! Рада вас всех видеть на моем канале. Меня зовут Лиана. Давайте посмотрим, что я для вас сегодня подготовила. Сегодня будут комплекты из натуральных камней, будут прошлые комплекты и новые, которые были новые закупки, новые партии. Это у нас чароид. Такой мы комплект с вами видели в прошлый раз. Посмотрим. Давайте снова. Это у нас серьги. Вес 4,3 грамма. Параметры 2,1, 8 сантиметров. Тут я, конечно, неправильно написала. Кольцо. Вес 5,6 граммов. 2,2 кубик. Вот этот вот, да, параметры этого кольца. Так, посмотрим. Цена чароида 3000 рублей, 17 размер кольца. Вот так вот. Вот такой вот чароид. Очаровательный. Так, аккуратненько. Дальше еще один комплект. Тоже чароид. Вот такой вот он, очень красивый. Смотрите, какая красота. Чудо-камень. Серьги. Вес 6,6 граммов. 3,4 и 2,4 миллиметра. Ну, сантиметра. Получается вот такие вот сережечки. Кольцо. Вес 10 граммов. Тяжеленькое относительно. И вот параметры. 4,5 и 2,3 сантиметра. Кольца. 3000 рублей комплект, 21 размер. Вот такие вот красивые. Чароид. Вот такой комплект. Тоже очень красивый. Вот так вот. Посмотрим. Серьги у нас вес 8,6 граммов. Параметры 2,4, 3,3 сантиметров. Вот такая вот длина сережечек. Кольцо вес 7,9. Кольцо красивое. 2,1 сантиметров в ширину, 2,8 в длину. 3000 рублей комплект, 18 размер кольца. Вот такое вот очарование. Максимально близко стараюсь вам показать, чтобы вы все успели разглядеть. Так, еще вот такой вот чароид. Это новая закупка. Удлиненная форма. Красивый сиреневый цвет. Колечко. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Серьги. Вес 6,1 граммов. Параметры сережечек 1,3 и 2,7 сантиметров. Кольцо вес 7 граммов. И параметры кольца 1,5 в ширину, 2,3 в длину сантиметров. 3,500 стоит такой комплект. 19 размер кольца. Так. Такое вот чудо. Чароиды. Редкие камни. Становится все их меньше и меньше. Так, посмотрим. Кианиты. Тоже редкий камень. Богатый, дорогой. Отличная иризация. Чудесный комплект. Сейчас посмотрим. Серьги. Вес 3,2. Параметры 1,4 и 1,8 сантиметров. Кольцо вес 4,7, параметры 1,4, 1,5 сантиметров, вот почти такой вот квадратик, 1,4, 1,5 сантиметров, вот такое вот кольцо. Сейчас посмотрим еще иризацию, я вот вам поближе покажу. 3000 комплект, 17 размер кольца. На сережках вот такие всегда петли,
И вот здесь вот очень хорошо все крепится. Вот такая вот петля. Сушек не спадет. Чудесные. Очень хорошие петли. Дальше посмотрим. Сейчас уж постараемся недолго. Тоже очередной у нас тут чароид. Очень красивый. Они всегда все разные, но мастера подбирают максимально близко, чтобы очень хорошо совпадали между собой камни приближенно. Серьги. Вес 3,9, 1,8, 1,8. Вот такой вот квадрат сантиметров. Кольцо 5,4 граммов. 2,2. 2,2 сантиметра. Видите, я тут что-то спутала немножечко. Конечно, 2,2 сантиметра. Так, 3000 рублей у нас комплект. 16 размер колечко. Немножечко такой вот размер. Ну, разный у всех, конечно. Размер вот этот вот будет 16. Так, сейчас осторожненько. Дальше посмотрим. Это у нас сердолик. Желтенький, веселенький, солнечный. Очень красивый сердолик. Хороший камень. Серьги. Вес 4,4, 1,8 и 3 сантиметров параметры, длина и ширина. Кольцо 5 граммов, 1,5 и 2,7 сантиметров. Вот такое вот кольцо. 2700 рублей комплект, 16 размер кольца. Сейчас постараемся аккуратненько. Это у нас яшма. Посмотрим яшму. Серьги. Вес 5 граммов. 2,1 и 3,3 сантиметра параметры сережечек. Кольцо у нас вес 5,4 грамма. 2,7 и 3,4 сантиметра. Вот такое вот колечко. Красивое. Игра. Вот смотрите, как они переливаются. Чудесная яшма. Вот куда-то ускользнула. Вот они как играют, видите? Чудо-камень. Хороший. Еще сейчас из новинок покажу один комплект. Красивый. Начнем с сережечек. Это у нас комплект такой будет Пикассо, яшма Пикассо. Вот такой вот. Размеры, конечно, огромные, но у меня очень много женщин, которые любят крупные комплекты. Натуральные камни, конечно, завораживающие. Это вот сережечка, это вот кольцо. Давайте посмотрим. Так, серьги. Вес 13,2 граммов, 3 в ширину, 4 в длину сантиметров параметры сережечек. Кольцо вес 15,6 и параметры 2,6 и 3,8 сантиметров. Такая вот красота. Яшма Пикассо. И еще вот такая подвесочка. Давайте посмотрим, что там у нас о подвесочке написано. Кулон 4,9 граммов, 4,9, 3,5 и 2 сантиметра параметры кулончика, 4,200 комплект, 19 размер кольца. Кулоны по 1200. Если вы кулон не захотите, можете выбрать, допустим, сережечки и кольцо. Будет 3000 рублей комплект стоить. Но с подвеской 1200. Так, аккуратненько. Дальше у нас идет вот такой комплект вишневит. Давайте еще посмотрим. Очень хороший камень. Тоже редкий, но разновидность садолита. Серьги. Вес 3,7.
полтора на 2,3 сантиметра. Параметры сережечек. Кольцо вес 5 граммов, 2,4 и 1,5 сантиметра. Вот параметры кольца. 2700 рублей комплект, 20 размер кольца. Дальше. Сережечки. Это у нас тоже сердолик. Серьги. Вес 7,1 граммов. 4 сантиметра в ширину, ой, в длину, 1,7 в ширину сантиметров. Это у нас вот сережечки. Кольцо. Вес 8,4, 1,6 на 3,7 сантиметров. Вот параметры колечка будут. 2700 рублей. Цена комплекта. 16 размер кольца. Дальше идет вот такой вот очаровательный комплект. Это у нас кахолонг. Давайте посмотрим сережечками. Вот так. Серьги. Вес 3,2 грамма. Параметры 1,4 в ширину, в длину 2,5 сантиметров. Кольцо вес 4,7 граммов. В длину 2,6 сантиметров, в ширину 1,3 сантиметра. Параметры кольца. 2700 рублей, 18 размер кольца. Кахолонг очень хороший, красивый камень. Такой вот он молочный. Он женский камень. Ну, вот в интернете можете прочесть информацию. Очень много информации о любом камне вы можете узнать. Еще есть один красивый комплект. Это у нас волосатик. Такие вот красивые. Давайте еще один посмотрим. Потому что серьги немножечко разные, но они такие очень красивые. Волосики такие вот черные. Волосы Венеры. Ну, есть и золотые такие вот позолоченные. Ну, такие вот золотые, да, включения внутри. Давайте посмотрим. Тут, конечно, сложно. Наверное, может быть, сейчас я вот изнутри еще вам покажу. Пока вот так вот посмотрим. Вот так вот пока. Так, серьги у нас вес 6,3 грамма. 1,7 и 2,7 сантиметров параметры сережечек. Кольцо вес 7,3. И параметры кольца 1,8 и 2,5 сантиметров. Цена 3000 рублей. 18 размер кольца. Вот такой вот у нас волосатик. Так, сейчас я вот хочу все-таки показать вам, как будет изнутри смотреться колечко. Вот так вот. Вот. И золотые там есть волосы, да, будем говорить, вот эти вот. Включение и черные. Очень красивый комплект. Так. С комплектами, наверное, все. Сейчас посмотрим сережечки. Сережки есть. Так, наверное, знаете, как сделаем? Я уберу аккуратненько. Так, так, так. Вот такие вот серьги. Это у нас тигровый глаз. Очаровательный. Давайте посмотрим параметры. Вес 5,1 граммов. 2,3 сантиметра. 2 в ширину, 3 в длину. Вот такой вот. Такие серьги. Серьги у нас. А давайте посмотрим. Цены разные тоже на серьги. Это 2,200. 2,200 вот такие вот серьги. Посмотрите, какая реализация. Чудесный тигровый глаз. Так.
Дальше идет у нас флюорит. Вес 7,9 граммов, 2 сантиметра в ширину, 2,8 сантиметра в длину. 2200, вот такой вот флюорит. Тоже красивый камень. Интересный. Давайте посмотрим его, какой он. Вот такие вот полосчатые, такой вот интересный. Так. Аккуратненько сейчас сделаем. Тут спадает немножечко. Так. Это у нас амазонит. Очень красивый тоже. Посмотрите, как он переливается. Это такая вот иризация чудесная, с таким перламутровым, таким каким-то эффектом. Ну вот природа так вот создала. Какое чудо! Как будто морское дно какое-то, да? Вот кто что видит, кому что нравится. Вот такие вот фантазии у кого. Красивый, очень красивый цвет. Сейчас посмотрим, амазонит. Чудесный камень. Серьги у нас, получается, вес 5,2 грамма, 1,8 на 2,8 сантиметров параметры, ширина и длина 2200. Вот такой вот амазонит у нас. Тоже очень хороший камень. Дальше еще посмотрим. Тут у нас чароид. Отдельно уже. Были у нас чароиды в комплекте, но сейчас вот сережечки отдельно. Вес 3,2 грамма, 1,3 и 2,5 сантиметров ширина и длина. Вот такие параметры сережечек. Легенькие, не очень тяжелые. 2,300 сережечки цена. Так, еще одни. Сейчас покажу вот так вот. Тут у нас такие вот миленькие, не очень крупные. Хорошенькие сережечки, чароид, вес 1,8 граммов. И такие вот квадраты. Ну, можно сказать, немножечко отличаются. Не полноценный такой квадрат, а просто вот, видите, 1,2 и 1,4. Вот так вот примерно. 1,2, 1,4. Почти квадрат. Чуть-чуть вот на 2 миллиметра буквально отличается. Ну, вот такие вот сережечки, чароид. Отличные. Дальше еще одну палеточку посмотрим. Вот такую с сережечками. Давайте. Так, хочется, конечно, вам как-то красиво, чтобы. Так, немножечко. Давайте вот так посмотрим. Это у нас турмалины. Такие вот серьги. Очень красивый камень. Лечебный. И очень много свойств у него. Сейчас я постараюсь по-другому как-то. Вот я не могу красиво. Вот так вот. Турмалины. Вес 2,5 граммов. Длина 2,2, и ширина вот самая такая вот крупная, большая, широкая сторона будет 1,2. Вот такие вот турмалинчики. Так, аккуратненько. Дальше идут у нас малахит. Вес 6,9 граммов, ширина 1,7, в длину 1,2 сантиметра, 2,300. Вот такие вот сережечки, натуральный малахит. Такой чудесный камень. Так, что-то у нас. Это у нас
Аметист Урал. Аметист Урал. Сейчас тоже подсветим немножечко. Вес 4,8 граммов. 1,8. Ширину 2,3 в длину. Цена 2,200. Вот так вот они. Такая иризация. И внутри вот шторочки. Вот такие вот они. Природные, допустимые. Такие вот шторочки. Хороший камень, красивый очень. Аметист Урал. Вот такие вот шторочки. Интересный, очень такой прозрачный, редкий образец. Это у нас яшма. Они немножечко отличаются, но очень похожи. Вес 9,4, 2,5 сантиметра в ширину, 4,2 сантиметра в длину. Вот такая вот яшма. Чудесная. Природная. Дальше посмотрим другую яшму. Это у нас вес 9,6 граммов. В ширину 2,1, в длину 4,7 сантиметров. Параметры. Петли хорошие. Петли держатся вот на таком крючочке. Очень хорошо держатся, никуда они не деваются, не потеряются. Очень длинная такая вот петля. Посмотрите, как хорошо подобрали камни. Чудесная яшма. Близнецы прям. Чудо. Сложно подбираются, но вот мастера подобрали именно вот. Видите, как хорошо. Удачно. Это у нас розовый кварц. Давайте посмотрим. Они легенькие. Вес 2,6. 1,4 диаметр. Вот. Этих сережечек. 2,200. Такие сережечки. Красивые розовые. Кварц. Так. Сейчас тут уже не так много осталось. Чароиты. Тоже разные. Но, видите, тоже мастера хорошо подобрали. Расцветочка хорошая такая. Ой, это не этот. Куда я одевала? Вот этот чароит. Вес. Нет. Где же у меня? Ну-ка. Что-то я не могу найти. Вот это, наверное. Ну-ка посмотрим. Нет. Что-то я запуталась в своих этих. А вот, наверное, вот. Но я турмалин написала неправильно, это, конечно, поэтому я не могла найти Вирочку. Давайте вот так вот не будем. Это у нас чароид 3,5 граммов, 1,2 сантиметра в ширину, 2,2 в длину. 3,5 граммов вот эти вот сережечки стоят, это весят. Это у нас чароид 2,300. Я потом заменю бирочку, исправлю на чароид и напишу. Так, тут у нас вишневит. Давайте посмотрим. Вишневит, вес у нас 3,8 граммов. Ширина 2,1, длина 3,1 сантиметров. 2,200 вишневит. Так. Это у нас кахолонг. Серьги одни. Кахолонг. Вес 5,4. Ширина 2,2. Длину 3,2 сантиметра. Вот такой вот кахолонг. Цена 2,200.
2200. Так, дальше у нас идет чароид, вот такой вот красивый. Вес 8,5, в ширину 2,6, в длину 3,2 сантиметра. Вот такие вот сережечки, крупные, красивые, хорошие такие кабошончики. Цена 2300. Так, еще есть у нас азур малахит. Вот такой вот красивый. Азур малахит. Посмотрите, какая красота, какая картина чудесная. Показываю максимально близко. Синие, голубые, такие вот разветвления. Азур малахит, вес 6,6, ширина 1,8, длина 3 сантиметра. Такие параметры. 2200, такие сережечки. И последние у нас сережки на сегодня. Вот такие вот. Это чароид. Вес 7,9. В ширину 2 сантиметра, в длину 3,8 сантиметров. Цена 2400. Вот такие вот сережечки. Чароид. Очаровательный камень. Ну, еще на сегодня еще одна будет палеточка. Сейчас я вам покажу. Это у нас подвески. Сейчас я вам покажу поближе. Это у нас лазурит с золотыми включениями. Вот такая вот красота. Это тоже лазурит. Два лазурита таких вот. Это немножко такой вот выпуклый кабошончик. Красивые камни лазурит. Кулоны все 1200 рублей. Это у нас беломорит лунник. Беломорит. Очень красивый камень. Лунник беломорит. Вот такой вот. Чудесный. Тоже можно и так подсветить. Посмотрите, какой красивый. Все кулончики по 1200 рублей. Так. Это у нас чароид. Вот такой вот. Параметры такие, да, треугольные формы, интересные. Такой чароид. Все кулоны, давайте вот так, чтобы вам тоже немножечко было видно, чуть-чуть. Потом я перевешу. Это у нас яшма, тоже интересной формы. Такой вот, да, картина как будто какая-то. Кто что увидит. Тоже тут есть сюжет какой-то. Яшма. Природный камень чудесный. Такая вот красота. Так, вот это вот. Это у нас волосатик. Давайте посмотрим тоже. Вот так. Вот такой вот волосатик. Какой красивый камень. Природа. Так. И последний кулончик. Это яшма. Тоже такая природная, красивая расцветочка. Тоже как какая-то пустыня или что. Кто что увидит. Красивый очень кулончик. Крупненький. Ну вот, параметров нет. Кому интересно, пишите, девушки. Все параметры я вам назову. Но кулоны я вот не сделала, конечно. Параметры нужно было бы мне тоже написать. Характеристику. Вот. Все кулончики сегодня 1200 рублей. Обращайтесь. Пишите. Кто сегодня оплатит свои заказы, кто захочет что-то выбрать и оплатит свои заказы, свои покупки, будет скидочка 5% на все, что вы выберете. 5% скидочка на все украшения.
Спасибо вам большое за просмотр. Благодарю вас за участие, за покупки ваши, за ваш выбор. Пишите. Хочу сделать вторую часть сегодня. Приглашаю вас на вторую часть. Там другое что-то будет. Будут украшения с посеребрением, тоже из натуральных камней. И, ну, что-то еще, наверное, бусы покажу. Посмотрите, вторая часть такая вот будет всяко разная. Всего вам самого доброго. До свидания, до новых встреч.